Здравствуйте. Вот. Сегодня запилим такой мини-обзор на Need for Speed. Need for Speed Hot Pursuit 2010 года. В принципе, считаю один из лучших Need for Speed в своем классе. Вот. Потому что Need for Speed Most Wanted 1. Графика уже не та, широкоформатные мониторы не поддерживаются. Вот. А здесь и график, и трассу считаю, в принципе, оптимальным Need for Speed'ом. Вот, ну, будут и сетевые гонки, потом и Need for Speed последний плейбэк будет. Вот, да, извиняюсь за звук в прошлом видео с Mafia 2, но уже перезаписывать я не захотел. Поэтому пускай будет так. Ну, возможно, выложу прохождение всей игры. Так что ладно, смотрим, поехали. Как я считаю, один из лучших Need for Speed'ов, но я не говорил, что лучший, все.
Второе место тоже, в принципе, неплохо. Тем более я Дагу садился в конце. Вот. Thank you.
здесь машин, надо помощнее по моей памяти, да. Вот. Так что, вот Evolution Отсасама, как японская, японцы, они же ведра делают, говно полное. Вот, поэтому так. Вот, все тогда, спасибо, сейчас еще гоночка, и все, и на сегодня закругляемся. Вот. А потом будет много новых видео. Для следующего задания ваша машина оснащена механизмом сброса полосы с шипами. Сзади автомобиля выстреливается полоса с шипами, разрывающей покрышки. Если объект наезжает на полосу, он будет временно обездвижен. Воспользуйтесь этим для задержания. Количество полос с шипами ограничено, на перезарядку требуется время, поэтому используйте это оружие только когда успех гарантирован. Конец. Нарушитель железнодорожного депо.
Повторяю, разрешено применять шипы.